Всем привет! Вы на канале Workout. Меня зовут Леша, и это наша рубрика «Фитнес-лаборатория». Великий пост подходит к своему концу, ведь совсем скоро самый главный христианский праздник – это Пасха. Ни один стол не обходится без вкусной выпечки и куличей. Но даже в этот день можно приготовить вкусный и полезный десерт, который не повлияет на фигуру и не оставит лишних килограммов. В сегодняшнем выпуске мы приготовим вкусный и полезный кулич. С лимона снимаем цедру, белки отделяем от желтков. Смешиваем желтки, кефир и муку. Вот мы все и перемешали, теперь добавляем разрыхлитель. И для приятного желтого цвета можно добавить куркуму. Ну а следом идет лимонная цедра и сок. Теперь щепотку соли добавляем в белки и взбиваем до пиков. Ну а потом, следовательно, все вводим в тесто. Вы можете добавить любые сухофрукты, орехи и цукаты. У нас будет сушеная вишня, арахис и изюм. Наше тесто уже готово, переливаем его в форму для выпечки и отправляем в духовку на 25-30 минут при 180 градусах. Пока наш кулич запекается в духовке, мы займемся кремом. Для этого смешаем творог и какао. Крем готов, достаем кулич. Пахнет очень вкусно, осталось только украсить. Вот такой кулич у нас получился. Всем приятного аппетита и хорошего праздничного настроения. С вами была Фитнес-лаборатория. Всем пока!